Ритуалы в пещерах. Всем привет, друзья! С вами Апраксина Лада. Я сейчас нахожусь в пещерах, в штольнях, в Жигулевском заповеднике. Сделаю для вас небольшой обзор этого сказочного, магического, волшебного пространства. И я часто прихожу сюда делать процессы, программы, практики, ритуалы. Кстати, смотрите, какая красивущая такая здесь выросла решетка, закрывающая вход в небезопасные отсеки штолен и пещер. А в безопасных местах можно пройти. И я, конечно, прохожу сюда всегда беспрепятственно и легко. И провожу здесь процессы. Чаще всего это посвящение, это могут быть денежные ритуалы, чистки или какие-то процессы для гармонизации взаимоотношений. И обратите внимание, как синхронно работают две свечи. Я уже говорила на моем канале, что эти свечи создает одна из лучших моих учениц. Ее зовут Альфа, это денежные свечи. Очень рекомендую приобретение. Проверено многократно, качественно работающие инструменты. Следует сказать, что и я тоже делаю сама свечи, и другие мои ученицы. В принципе, много мастеров свечи создания, свечи варения. И я об этом рассказываю на моих страничках. Вот, кстати, вы можете сделать скрин экрана и найти меня в соцсетях по QR-коду. Или можете прийти на обучение по рунической магии, пройти диагностику, получить консультации, обучение, расклады. И также личный прием, чистки, руны Таро, посвящение, целительство, все это возможно. Так же, как возможно получить результат от любого ритуала, который мы с вами обсуждаем и проводим. Результативность моих программ высокая, поэтому тонны отзывов, поэтому есть многочисленные повторы заявок, когда человек, один раз обратившись, обращается вновь и вновь, ну, видимо, потому что получил результат. Точнее, не видимо, а точно, потому что получил результат. Соответственно, и вы, дорогие друзья, можете обращаться с любыми запросами, смотрю всех и про все. Скажу, смогу ли сделать для вас тот запрос, который вы имеете, или не смогу сделать, об этом скажу на диагностике. Да, диагностика платная, да, ритуалы тоже платные, обучение тоже платное, хотя те из вас, кто подписываются на мои каналы, а ссылочку вы найдете в описании, и пишут мне промокод ЛАДА и просят у меня подарочные программы, подарочные я тоже даю, не только платные, но и подарочные. Так что найдите меня в соцсетях и найдите у себя тот запрос, который просто результативно и безопасно можно реализовать через ритуал. Красиво работают свечи, очень мне нравится наблюдать за ними. Ну что ж, друзья, всем желаю прекрасного времени дня. Жду вас в личные сообщения и всего вам наилучшего.